Назаров. Он представляет город Черкассы, общество «Спартак». Боксом занимается 2,5 года. Учет боев не ведет. Является победителем чемпионата Черкасской области 2014 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Андрея Мальована. Еще справа! Ну, пускай голову!
давай, быстрее справа. Подбородка. Леша, ты как переднем? Бить, ты как переднем? Бить, справа, ну, класс, еще. Еще. Ну. Слушай, снизу. Здорово. Молодец, молодец. Отдыхает спортсмен второго разряда Вадим Сливко. Он представляет город Умани. Ему 14 лет. Боксом занимается 1 год. Провел 18 боев, 10 одержал победу. Является чемпионом города Умани. Тренируется под руководством Виктора Петриченко. Приготовиться к выходу на ринг 12-й паре Артем Диколюк, Спартак, Максим Бондаренко, Жаф. В этом бою техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Назаров Спартак Черкасы. За третье место награждается Вадим Сметов.